Книга «Открытым оком. 10 том. Вопрос 2364. Взаимоотношения». В жизни очень много сложных ситуаций, в особенности, что касается отношений между людьми. Как справиться с такими проблемами, если нет уверенности в своих силах? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я примеряю эти вопросы, что, если бы они были моими, когда я был в мире? Если не болен и есть где жить, то нужно иметь работу и не на одну. А вот с людьми как общаться? На это есть много советов для неверующих. Разные Карнеги и иные шулеры. Для верующих вопрос ставится иначе. Могу ли я во всем довериться Христу и Слову Его Святому? Тогда молитва будет вести тебя Духом Святым. Псалом 90:12. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Притча 16:7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Преданность собак невероятна, и не с чем даже около сравнить. Привей привязанность еще слепым щенятам, не забывай их сам всегда кормить. Сторожевые с нами на охоте ревнуют к посторонним и облают. О ком у нас подобные заботы? На ком от нас останутся заплаты? Быть верным Иегове с малых лет, Христово иго заповеди чтить и не себя до ужаса жалеть. Мы не бродячие шатохи, не ничьи. Готовность укусить еретика, порвать его слащавую штанину архиерейского, не устрашись пинка. Хозяина Христа не помышляй покинуть. По запаху следы определяют и ищут потерявшегося друга. Хвостом для посторонних не виляют. Тот хвост хозяином у многих был отрублен. Боюсь безмолвных и трусливых псов. На ум ты передел их хозяин. Таков конец у всех слепых отцов, живущих по подобию раззявы. Без выгула кто держит на цепи? Он пленника завел себе, не друга. Привязанный к благополучию спит, коптит алтарь и прожигает уголь. Собачий лай не сохранит сарай, когда он непрестанный и без толку. Бог приготовил верным чудный рай. Туда не прокрадутся еретики и волки. Остерегайтесь пакостных людей, определяйте, поспешив облаять. Ночь воровскую всюду превращайте в день. Меч Херувима – страж, и наше слово – пламень. 3 августа 2004 год. Игнатий Лапкин.